Кем работает папа? Он работает в «Газпроме». Он чинит трубы там. У него даже пила есть, чтобы трубы пилить. Если там что-то сломалось. Газовик – это тот, кто где-то там работает. Вот у нас, например, бы сломалась труба, все бы затекло. А люди вот берут и перекрывают воду. И вот так чинят, а потом уже только открывают. Вот для чего нужны газовики. Газопровод – это как бы провод, а внутри газ. Какого цвета газовая труба? Серого, конечно же. Металл же серый. Но если ее покрасили, она может быть оранжевой, фиолетовой, какой угодно.